Сегодня будет не очень веселый блог, но и не очень грустный. Сегодня мы с вами поговорим о вдохновении. Вдохновение у всех бывает разное. У некоторых это наркотики и алкоголь. Все как обычно, просто вредная привычка. У некоторых это их любимая музыка и мотивирующие фильмы. А у некоторых это человек. Тот самый человек, который тебя вдохновляет. Из-за которого ты готов творить все больше и больше. Благодаря которому ты делаешь свое дело с удовольствием. Такой человек в жизни встречается очень редко и причем не у всех. Обычно это человек противоположного пола, но бывают и исключения. Если у тебя появился такой человек, то ни в коем случае не потеряй его. Ты должен дорожить им, ведь благодаря нему или ей ты творишь. Ты должен дорожить им, ведь благодаря ему ты творишь свое дело и делаешь его с удовольствием и вдохновляешь этим делом других людей. И если этот человек тебя действительно вдохновляет, то у тебя получается все хорошо. Я уверен в этом. У всех знаменитых успешных людей есть тот или та, которая вдохновляет их. Приведу вам несколько примеров. У Гуфа это Айза. У Нефедова, блогера, это Белка и его жена. У Желудя это деньги и пиар. Лайк за шутку. Без своих половинок, которые вдохновляют и мотивируют, у них бы ничего не получилось. Я надеюсь, вы поняли суть моих слов. Хотя, стоп, подождите. Я же в самом начале сказал, как меня зовут. И голос Андрея. И как теперь объясняться? Надо-ка все это исправить и перемотать назад. Перемотаем. Меня зовут Даня Океанов. Вот так другое дело. Да, и еще за... У меня для вас небольшое задание. Напишите в комментариях или оставьте ссылку у того человека, который вас действительно вдохновляет. Я вас всех очень люблю. Всем удачи, всем пока. Ура! Да-да-да-да-да! Друзья, это первый блог, который я заснял чисто с сценарием. Смотрите, я написал везде сценарий, вот, если видите. Я сценарий написал. Вот, на две страницы вышло. Я писал этот сценарий полчаса, наверное. Я так подготовился к этому видео. Все подстраивал оборудование, оставил, чтобы нормально было видно. Несколько раз проверял, так что... Ну, за мои старания, поставьте, пожалуйста, лайк. Все, всем удачи.